Доброго времени суток, друзья! В рамках благотворительного проекта 7 Happy Family.com представляю компанию, благодаря которой этот проект появился. Данная компания всем людям на планете предлагает пользоваться как пассивными источниками дохода, так и принимать активное участие в продвижении нового информационного бизнеса и социальной сети. Это 100% готовый бизнес в телефоне. Все мы держим телефон в руках, и у нас уже есть готовый бизнес. И каждому человеку, который регистрируется, тут же выдается бесплатное пользование на постоянной основе бэк-офис, в котором отражается вся его деятельность, вся его структура, все его доходы и бонусы. Мало того, что это готовый 100% онлайн-бизнес у вас в телефоне, с одной стороны, компания уже на протяжении 2 лет всем зарегистрирован, каждую среду раздает доли будущей акции компании. Раздача этих долей заканчивается в этом месяце, 31 марта 2021 года. Итак, все по порядку. Представляю вам основателя компании Йонас Эрик Вернер. Это дальновидный лидер, который уже имеет 25-летний опыт и знает изнутри все тонкости развития бизнеса, рекомендаций. Один из основателей и инвесторов, кто участвовал в создании этой платформы, Йохан Стайл фон Холстайн. Он крупный специалист в IT-технологии. 3 компании мирового уровня он вывел на фондовый рынок. Одна из его последних компаний занималась защитой персональных данных человека. Чтобы получать вознаграждение и доходы, нужно верифицировать аккаунт. А это значит подтвердить свои паспортные данные. Потому что у нас на площадке одному человеку может принадлежать только один аккаунт и не более. Здесь у вас полная защита персональных данных. Сейчас в компании генеральный директор Йохан Вестердал. 1 января 2020 года он перешел с компании Reflay, где 40 лет был генеральным директором. С момента регистрации вы можете не только безвозмездно пользоваться бэк-офисом, а еще и получать каждую среду 1,25 долей компании в подарок. Их нужно принять, зайти на площадку свой бэк-офис. Размер и количество долей зависит от количества людей, которые регистрируются во всех странах мира после вас. У каждого бэк-офиса есть счетчик, который сразу показывает, сколько человек после тебя зарегистрировалось. В бизнес-плане компании этот бонус называется Streamline бонус. И каждый раз, когда я буду вам говорить о каком-то бонусе, это только один из 7 бонусов. Поэтому понимайте, что это один из бонусов, а все остальные это еще плюс деньги. Так вот, этот бонус зависит от 3 факторов. Первое, какое количество людей по всем странам мира за вами зарегистрируется. Второе, какой образовательный пакет вы купили. И третье, сколько у вас личных рекомендаций и какие у них образовательные пакеты. Даже если вы ничего не сделали, никого не пригласили в свою команду, вам уже дают 1,25 долей компании. То есть на 2,5 евро в неделю вам дают от компании подарок. Это невероятно. То есть за регистрацию на этой платформе вам не только не нужно ничего платить, как это в некоторых компаниях. Вам еще и подарок компании за то, что вы человек, приверженный компании. Это очень интересная история. Присутствовать в социальной сети на площадке, где тебе еще за это платят. Просто за присутствие. Когда после вас зарегистрируются 10 миллионов человек по стрелайн бонусу, если вы выполняете условия, пригласите на площадку 20 человек, и эти 20 человек, переходя из пакета на пакет, и получают пакет «Титан», самый большой образовательный пакет за 3,5 тысячи евро. В этом случае компания вам уже каждую неделю платит 1,125 долей на сумму 2250 евро. Поэтому мы вам и говорим, что у нас есть бонус, который позволяет зарабатывать здесь на пассиве просто за присутствие на площадке, потому что в планах компании сюда на площадку пригласить 2,5 миллиарда человек. Это уровень количества людей, которые находится в Фейсбуке. И мы только на престарте. За 2 года нас всего лишь только на сегодняшний день 25 миллионов человек. А это значит 2,5 миллиарда минус 25 миллионов. Это то количество людей, которые реально живые люди, которые заходят в интернет, интернетом пользуются. И всех этих людей вы можете пригласить на эту площадку. Сейчас у меня регистрируется человек, который даже не имел у себя электронную почту. Создаем электронную почту, и он регистрируется. То есть всегда что-то происходит впервые. Да, и так как технологии в интернете интуитивно все очень просто устроены, достаточно всего-то зарегистрировать электронную почту, и человек может пользоваться этой площадкой. Почему мы сюда зовем? Это наша первая святая обязанность. Зачем такое количество людей? 2,5 миллиарда. В этом случае наша площадка интересна сторонним компаниям, партнерам с их продуктами и услугами, которые мы также сюда приглашаем. Итак, на сегодняшний день у нас уже 6 компаний зашли на площадку, и мы потенциально все являемся клиентами этих компаний.
А с 40 компаниям уже есть договоренность. Например, у нас есть классная туристическая компания LiveTrends. Мы не просто регистрируемся в туристической компании. Во-первых, нам обещают здесь самую дешевую цену на туристические услуги. Второе, нам обещают кэшбэк от 15 до 25% в зависимости от того, есть ли еще люди по вашей реферальной ссылке. Приглашены они на платформу как клиенты или как партнеры, зарегистрированы на площадке, и тоже путешествуют по вашей реферальной ссылке. То есть это самая настоящая торговая платформа и одновременно социальная сеть, чтобы делиться впечатлением. Сейчас хочу показать, что у нас компания легальная, официальная. Это компания, которая зарегистрирована в Мадриде, в Испании. Вот ее налоговый номер. Вот ее сайт impactcrowntechnology.com. Именно эта компания заключает договора со сторонними партнерами. И это самая настоящая регистрация европейского уровня. Здесь все легально. Так как компания работает со всеми странами мира, то любой человек из любой страны мира может смело присутствовать здесь на площадке, участвовать на ней и зарабатывать. За исключением граждан США и за некоторых особенностей в законодательстве данной страны, юристы компании готовят сейчас соответствующие документы для открытия офиса в Америке, и граждане США также смогут в конце года на законном основании регистрироваться на данной площадке. Второй продукт, который появился на нашей торговой площадке, это игровая платформа Mixer, где первая серия игр бесплатна, вторая часть Mixer Plus — платные игры, где можно зарабатывать деньги. На бесплатных играх мы только можем заработать призы, в том числе и денежные. А третий вариант Mixer — это уже геймерский уровень, это уже киберспорт, это международные соревнования между странами. На сегодняшний день киберспорт — это уже Олимпийские игры, и это очень серьезная по доходам история. Мы запартнерились с Microsoft, потому что это облако, на котором расположены наши игры. Сами игры от австралийской компании Emerge Gaming Limited. Это ведущая киберспортивная игровая технологическая компания. Emerge Gaming владеет, управляет онлайн киберспортивной и казуальной игровой турнирной платформой. Это компания, которая уже имеет миллиардные обороты, предоставила нам эту площадку Mixer и предоставляет игры. Смотрите, какие партнеры зашли к нам на эту площадку и являются нашими спонсорами игр. Это Adidas, это Reebok, это Lays, это Formula 1 и много других компаний. Сейчас можно выиграть в одной из игр бриллиант в 1 карат от компании Valentino. То есть огромный спектр серьезнейших компаний, которые приходят на площадку, потому что за нашей площадкой будущее. То есть о чем я хочу вам здесь сказать, что мы не только легальная компания, мы новая компания, которая привлекает серьезных партнеров на площадку. Дальше хочу вам показать нашу систему, как она работает. Да, я хочу вам показать вот эти упущенные возможности, которые возникают, когда человек недооценивает серьезность данного предложения. Иногда даже придя в такую компанию, некоторые партнеры, которые сейчас на пассиве, говорят: ой, мне срочно нужны деньги, как бы мне вывести эти деньги, которые я завел на платформу Crowdfund, как продать свои доли. Я говорю: только через мой труп, я тебе не позволю эту золотую жилу превратить в 2 копейки сейчас, чтобы потом на выходе не получить деньги, которые нужно получить. Посмотрите, когда у нас появилась платформа Mixer, и когда она была запущена через 5 дней после ее запуска, из-за вот этих мощных регистраций, которые у нас проходили на платформе, мы заходили реально на годовые абонементы, оплачивали по 69 евро. Акции компании, которая предоставила площадку Mixer, выросли в 3 раза тут же на рынке. А это компания, которая уже торгуется с 2014 года. То есть, о чем я хочу сказать? Вот эти доли, дар компании, которые нам дают, эквивалентны вот той сумме, на которую мы заходим и берем образовательный пакет, который, кстати, тоже имеет очень высокую ценность. Там удивительная идея образовательного порядка. На этот образовательный пакет дают драгоценные доли, и они уже на сегодняшний день реально подтверждены, подкреплены акциями и тех компаний, которые к нам приходят на рынок, а товарооборотом тех компаний, которые к нам приходят на площадку, заслугами тех компаний, которые уже работают 10, 15, 20 лет на рынке, имеют уже огромные миллиардные обороты. Мне говорят: ой, что там за доли, они не зарабатывают там денег. Друзья, доли — это у нас отдельная история на перспективу, а деньги — это у нас отдельная история. У нас есть 7 видов бонусов. В этом случае мы вам смело и авторитетно заявляем, что заходя в компанию на образовательный пакет, вы получаете подарочные доли компании, которые имеют очень высокую цену, может даже более высокую на сегодняшний день, чем доход, который мы здесь зарабатываем. И раздача долей прекращается 31 марта 2021 года. Итак, я хочу вам привести исторический пример компании Apple. Вот известные компании вы здесь видите: Amazon, Apple, Twitter, WhatsApp. Что вам хочу сказать в этой связи? Известная история, кстати, позорная история, когда человек освободился от акций компании. Итак, компанию Apple создали 3 человека буквально в гараже: Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. Рональд Уэйн был немножко старше. У него была недвижимость, которая ему досталась по наследству. Так вот, он испугался, что эта компания может не сработать, что этот бизнес может не пойти.
У него было 10% долей этой компании, и он решил освободиться от этих 10 долей, потому что у него был дом от родителей. Он думал, эти молодые, у них ничего нет, никакой собственности, а у меня есть дом. В случае чего, они ничем не рискуют, с них нечего взять, а у меня заберут дом. И что он делает? Он продает за $800 свои 10% долей. Кроме всего, еще Стив Джобс и Стив Возняк заплатили ему, да, получили первый транш за свои компьютеры $1500, чтобы он отказался от прав на эти доли. Он получает эти 1500, отказывается от прав на эти доли, а сегодня эта сумма 10% от компании Apple составляет около $50 миллиардов. Вот самый позорный случай. Я говорю всем своим партнерам, ни за какие деньги я вам не разрешу освобождаться от аккаунта, если вы не понимаете моей уверенности, моего понимания, моего знания сохранить за собой эти доли. Вот я показываю, вы заходите на 99 евро, получаете 50 долей, сейчас по акции это 150 долей 31 марта 2021 года. Также получаете каждую неделю 1,25 долей компании, даже если вы никого не приглашаете. Поверьте мне, по выходу нашей компании на фондовый рынок вы окажетесь в руках с очень серьезной суммой денег. И это то, ради чего сюда можно зайти. Да, нужно сюда даже зайти, если вы не собираетесь работать активно. Если вы активно работаете, здесь очень большие быстрые деньги. Чем наша компания отличается от Facebook? Тем, что не нужно сторонним компаниям, которые сюда приходят, платить деньги за рекламу. Компания заходит на платформу, предлагает свой товар, свой продукт или услугу. И если у нее все наши 25 миллионов купят этот продукт, компания 50% прибыли забирает себе, а 50% остаются у нас на платформе. Таким образом, всем выгодно. Не надо вкладывать в рекламу, не надо рисковать. А то, что ты на этой платформе получил, поделился по-честному. Вот почему на нашу площадку выгодно приходить сторонним партнерам. И наша компания отбирает таких сторонних партнеров, продукты которых нам интересны. И на сегодняшний день у нас уже договоренность с 40 компаниями. Первая из которых это компания в сфере телекоммуникаций. Сегодня проблемы у шоу-бизнеса. И наша компания предлагает шоу-бизнесу зайти на нашу платформу, на нашу социальную телекоммуникационную сеть. Следующее направление, в котором мы будем работать, еще более интересно, это мир криптовалют. Но у нас не будет ни токенов, у нас не будет какой-то уже известной криптовалюты. У нас будет что-то такое, как нам сказали, чего вообще нет на рынке, не было. То есть это что-то такое новенькое, с чем еще никто не сталкивался. Наша компания именно специализируется по инновациям, по этим новым технологиям. И нам сказали, так это будет сродни биткоину. Когда-то кто-то за доллар купил 3000 биткоинов и сегодня оказался миллионером. А вы в этой компании зайдете вначале, это будет невероятная история. Какова система компании? Чтобы ее точно понять, мы просто онлайн-платформа. Такая же платформа, как Uber Taxi, такая же платформа, как Booking.com, которая не имеет ни одного койко-места, просто получает прибыль от того, что соединяет клиентов и отели, и хозяев, которые сдают в аренду жилье. Uber такси-платформа, которая не имеет ни одной машины такси, она просто соединяет водителя или компании с клиентами и получает процент. Эти компании ничем не рискуют, эти платформы ничем не рискуют, так как хозяева такси и машин заинтересованы заработать деньги, им нужны клиенты. Это трафик на площадке и ателье заинтересованы в получении клиентов. Это тоже трафик на площадке, и они просто представляют свои предложения. Эти площадки продают их предложения и имеют процент. Вот мы такая же платформа, вы тоже ничем не рискуете, когда регистрируетесь на данной площадке. У нас нет ничего, нет собственности. У нас есть огромное количество сторонних партнеров, целых корпораций, которые представляют свои услуги в той или иной стране. Либо эта услуга задействована на международном уровне. Посмотрите, то же самое сейчас делает Сбербанк в России. Видимо, из-за снижения процентных ставок. Вместо банка строит платформу прокладку Сбер и запускает товары и услуги из всех сфер жизни человека. Развлечения, это фильмы и музыка онлайн, Сбермаркет, доставка продуктов и товаров из магазинов, доставка еды из ресторанов, услуги такси, услуги аптек, услуги здравоохранения, услуги связи. Покупка недвижимости, запуская также новую систему образования. И, возможно, у Сбера будет своя туристическая компания, кто ее знает. Вы только заметьте разницу. Вы от Сбера акции не получите. Своими доходами Сбер с клиентами не делится. А за регистрацию также берет деньги. А спасибо, от Сбера сыт не будешь. У нас же здесь от всего общего товарооборота
Процент идет нам на площадку. И таким образом у нас есть две возможности заработать. Первая возможность — это по маркетинговому партнерству. Да, когда мы приглашаем партнеров и имеем мгновенные деньги. И второй вариант — за квалификацию единожды, накопительным образом созданную на постоянной основе, так называемый вечный доход. Это долгосрочный остаточный доход мы получаем от прибыли этих сторонних партнеров, которые оставляют 50% своих денег у нас на площадке. Так как заходят целые корпорации, миллиардные компании, прибыль от этого растет, и с каждым месяцем она будет все выше и выше. Поэтому, друзья, это очень перспективное предложение. Мы еще на предстарте. Представьте, мы еще в самом начале. У нас в кабинетах пока дают доли компании. И это ограниченное предложение. Оно заканчивается 31 марта 2021 года. После будут какие-то другие доли. Не такие ценные, какие есть на сегодняшний день. Поэтому я вам рекомендую воспользоваться этой возможностью именно сейчас. И кроме всего прочего, мы здесь на площадке имеем возможность не только по партнерству маркетингу зарабатывать, но еще приглашать просто клиентов на площадку, приглашать клиентов на мобильные игры, приглашать клиентов на путешествия. Можете заказать на платформе Live Trends для отдыха отель. Система работает так же, как на Booking. То есть мы забронировали онлайн, вам пришло на электронную почту подтверждение. Все работает 100% и стабильно. Мы уже все в этом много раз убедились. Итак, почему появилась такая компания, которая дает возможность очень мощно заработать, в том числе нам с вами? Посмотрите, все доходы, все миллиардные обороты уходят онлайн. С левой стороны вы видите известные компании, такие как Mercedes, такие как Coca-Cola, такие как Hilton, сеть отелей, такие как Walmart. Это компании, которые работают на земле. Смотрите, насколько меньше их обороты в сравнении с компаниями, которые ушли в онлайн. Facebook, Uber, такси, Amazon. Это невероятно. 6, 7, 8 раз выше обороты. Почему? Да потому что на земле ты не найдешь столько людей, сколько ты найдешь в этом облаке интернета. И поэтому, конечно же, возможности здесь больше. Мы можем предложить свои услуги всем людям, которые находятся онлайн. На сегодняшний день онлайн-сфера очень мощно разрослась и растет дальше гигантскими шагами. И это первое. Второе, наша компания считает, в чем вообще наше ноу-хау? В том, что появилось так называемое цифровое неравенство. Когда несколько специализированных компаний в области интернета захватили эту сферу деятельности, и фактически 5 компаний мира, которые принадлежит весь мир интернета, соответственно, и все эти доходы. Так вот, наши учредители, шведы, решили, что это на сегодняшний день ущемляет интересы всех людей, так называемое цифровое неравенство. Они предложили, давайте создадим площадку, где эти миллиарды будут не нам лично в карман приходить, а где эти миллиарды можно получить обычному человеку. Этот человек получит их от мирового онлайн рынка, и локально каждый в своей стране может решить тот или иной вопрос. О чем я вам говорил? Это 7 бонусов на сегодняшний день. Самое интересное — это вот этот вечный доход, который мы получаем накопительно. Это 40% от мирового онлайн-рынка распределяется между партнерами нашей компании в зависимости от того, какой статус он в компании закрыл. А статусы мы закрываем за счет приглашения людей на бизнес-пакет. Люди заходят на бизнес-пакет, это образовательная программа, и за счет бизнес-пакета нам засчитываются баллы. Если вы на Микстер пригласили клиентов, и клиенты пользуются Микстером, это тоже товар, и это те же баллы вам засчитываются. Если у вас поехал кто-то путешествовать, вам начисляют баллы. Ну и так по каждому продукту в нашей компании. Как только человек что-то приобретает, вам сразу идут баллы. И это ваш накопительный и несгораемый товарооборот. Несгораемый. Так вот, единожды выйдя на один из накопительных уровней товарооборота, в зависимости от того, какой именно вы закрыли, чем выше, конечно, тем более серьезные деньги, это дает вам возможность каждый месяц получать деньги. Хотите называйте зарплаты, хотите называйте пенсии, каждый месяц получать прибыль от площадки, от мирового онлайн-рынка, в зависимости от того, на какой квалификации вы находитесь, на какой статус вы вышли. В этой связи мы все стремимся закрыть уровень директора. Почему? Да потому что это доход 600 евро в месяц и выше. А это уже доход, который спорит со многими зарплатами. Да, и с этого момента, закрыв директор, вы можете больше не работать, если вам 600 евро достаточно. Но если вы закрываете следующий уровень товарооборота, в два раза больше получаете выплат, уже 1200 евро, это примерно. Следующий статус вы закрываете, это уже 2400 евро вечного дохода. И так до бесконечности. Сколько хотите, столько и зарабатывайте.
Помимо того, что каждую неделю вам приплюсовываются к полученным на бизнес-пакетам доли от компании, 30% ваших доходов также получаете в CrowdFund Rewards в долях компании. Таким образом, если вы поработаете здесь, все больше и больше долей получаете от компании, все больше ваше присутствие здесь на площадке. Кроме всего прочего, при выходе на фондовый рынок наши доли очень сильно вырастут в цене. Также вы еще на эти доли раз в квартал получаете дивиденды. Так мы пока называем данную выплату на сегодняшний день, потому что настоящие дивиденды мы будем получать, когда наши доли станут акциями. Они пока не акции, поэтому это пока не дивиденды, а просто прибыль на то количество долей, которое вы имеете на платформе. Следующий же невероятный бонус, это мгновенный бонус, это наш бинар. До этого момента я вам рассказывал о том, как можно на пассиве заработать. Нужно дождаться выхода на фондовый рынок. Когда мы выходим на фондовый рынок, эти доли станут акциями, сильно вырастут в цене, и вы можете получать дивиденды на эти акции. Но кто-то захочет, может их продать. Следующее наше направление – это наши маркетинговые партнерства, когда мы приглашаем на бизнес-пакет людей. Такого маркетинга, который у нас бинар, нет нигде. Во-первых, у нас бесконечная первая линия. То есть вы не два человека можете пригласить, а любое количество людей в свою первую линию. С первых двух человек уже закрывается бинар, и вы начинаете получать деньги. Когда человек регистрируется по вашей реферальной ссылке, он закрепляется за вами. И с этого момента каждый развивает свой собственный бизнес по строго по бизнес-плану. Меня часто спрашивают, вот типа мне нужно людей отдавать. Вы не только не отдаете людей, но вы еще и зарабатываете от прибыли тех людей, которые заходят на бизнес-пакет. И по всей цепочке, если у вас в бинаре слева и справа есть баллы, вам это закрывается в виде денег на ваш счет. И вы по всей своей глубине, когда бы кто бы ни зашел из тех людей, из вашей команды, кого приглашает бизнес, вы будете все по цепочке получать баллы от этого человека. Друзья, здесь очень шикарная возможность быстро заработать. И почему это именно так? По нашему бинару быстро, потому что он объемный. Один к одному, один к двум, один к трем. Что это значит? Если с какой-то из ваших сторон, справа или слева, люди быстрее работают, они пригласили три человека, а с противоположной стороны зашел один человек, то вам засчитывают все четыре объема за три человека с одной стороны, за одного человека с противоположной. Если с какой-то стороны на два человека зашло больше, вам засчитывают бинар один к двум. И таким образом у нас самые объемы, самый щедрый по выплатам маркетинг-план. Когда вы работаете, независимо от того, вы ли работаете, либо работают ваши партнеры, вам идут деньги на счет. Это удивительный бонус быстрого старта, когда вы можете вернуть свои деньги. За две недели пригласите 4 человека на одинаковый пакет. Компания выплачивает вознаграждение в размере стоимости этого пакета. Есть в компании матчинг-бонусы до 5 уровня глубины. Это 10%. От доходов не только ваших лично приглашенных, но и приглашенных вашими личниками. И так до 5-й глубины – это очень существенный доход. Например, 10 человек под вами заработали по 1000 евро, вы тоже получаете 1000 евро. Деньги компания у них не забирает. Этот доход уже заложен в маркетинг компании. Дальше вам показываю вот этот долгосрочный вечный доход, из-за чего есть смысл сюда зайти год-два поработать, заработать себе личный доход и на постоянной основе от этого огромного мирового онлайн-рынка прибыли получать доход за единожды выполненную работу. Смотрите, вот этот уровень, о котором я вам уже говорил, директор, когда зарплата становится серьезной и стабильной. Смотрите, нам начали платить с 15 мая 2019 года. Это была сумма всего лишь 458 евро. 15 июня это уже сумма 481 евро. 15 июля директора получили по 505 евро. 15 августа директора получили 557 евро. И 15 сентября директора уже получили 602 евро. О чем я хочу вам сказать, что с каждым месяцем товарооборот на площадке все больше и больше увеличится, а соответственно увеличиваются выплаты за квалификацию. Это очень серьезный момент, друзья. Я прошу вас заметить, это еще один момент, который я хочу сказать. У директора, где доход 600 евро, а у директора 2 звезды доход уже 1126 евро был. У директора 3 звезды доход уже ежемесячно 2427 евро. А вот президент одна звезда, доход в месяц 5285 евро. И это только один доход. Это тот, которого мы называем вечным. Как я вам и говорил, каждый раз, когда я называю цифру, вы имеете в виду, что в уме еще плюс 6 следующих доходов, которые мы на площадке здесь получаем.
Дальше вам хочу показать, как мы мощно идем. Смотрите, еще в ноябре 2019 года был такой пологий вход в бизнес. А теперь смотрите, что происходит практически перпендикулярно. Люди регистрируются, потому что мы развиваемся в геометрической прогрессии. Смотрите, нас миллион. Каждый пригласил по два человека, потому что у нас бинар. Нужно закрыть обязательно. Это два человека. Один зарегистрирован справа, второй слева. Если каждый пригласит по два человека, у нас уже 3 миллиона. Каждый из этих троих пригласил по 2 человека, у нас уже 9 миллионов. Каждый по 2 человека, у нас уже 27 миллионов. Вот как это растет в геометрической прогрессии. Вот почему мы утверждаем, что мы мощно идем и очень быстро достигнем огромного количества людей на площадке. Очень многие еще не знают о нашем бизнесе, либо получили первую некорректную информацию. Вот вчера мы проводили презентацию, и женщина говорит: «Да, мне это интересно». «Ой, насколько вы по-другому об этом всем рассказываете. Раньше мне все по-другому рассказывали, я думала, что это не так. Как вы здесь нам показываете?» То есть люди получили как-то некорректно первую информацию. Поэтому как-то убеждайте, как-то с ними разговаривайте, по-хорошему рассказывайте, что это удивительная история. Компания, которая пришла на рынок, компания дает возможность каждому партнеру заработать деньги, даже на пассиве, даже если он совершенно ничего не умеет делать, либо не хочет, либо нет возможности. Даже в этом случае, зайдя просто на 99 евро, друзья, действительно, мы выйдем на фондовый рынок, и в геометрической прогрессии вырастет цена входа 99 евро, даже самого минимального. Вот смотрите, если в классическом бизнесе из-за конкуренции люди друг друга подставляют, люди друг другом ведут такую жесткую борьбу, то у нас здесь нет конкуренции. У нас все получают, помогают друг другу. Чем больше ты помогаешь другим, тем лучше тебе. Поэтому у нас такое большое сообщество друзей. У нас много специалистов из разных областей, интеллигентных людей. Поэтому смело приходите, и вы научитесь всему, что только нужно. Смотрите, даже если просто один, то есть каждый человек, пришедший сюда, приводит всего лишь два человека, и каждый последующий тоже пригласит по два человека. На выходе, если это произойдет, например, раз в день, каждый в день приглашает два человека. И они зашли на 99 евро в компанию. Вы за 15 дней будете иметь вот такую сумму. 294 тысячи евро 912. Ваш человек, который пришел чуть позже вас на одну ступеньку, заработает 147 тысяч 456 евро. Следующий на одну ступеньку ниже. 73 728 евро. И так до верха, до каждого. Дальше пошли по цепочке. Всего лишь каждый приглашает по два человека на эту площадку. И вот на такую сумму вы выходите за 15 дней. Хорошо? Вы мне скажете, за 15 дней они не пригласят по два человека в день. И мои не смогут пригласить. Хорошо, пригласите за неделю. И тогда через 15 недель вы выйдете на такую сумму. Хорошо, вы мне скажете, за неделю не могу пригласить. Хорошо, пригласите по бонусу быстрого старта за 2 недели, 4 человека и заберите свои вложенные деньги. Если вы скажете, нет, я занят, у меня еще куча работы, у меня там куча разных еще дел, там обязательства перед семьей и всякое другое. Хорошо, пригласите 1-2 человека в месяц и через 15 месяцев вы получите такую сумму. Если вы будете закрывать бинар 1-3, то есть сначала 3 человека регистрируем в спонсорскую ветку, затем 1 человека в свою, и ваши партнеры также регистрируют, то ваше вознаграждение удваивается. В идеале за 15 месяцев вы получите почти 590 тысяч евро. Разве это плохой результат? И это только один бонус по вебинару, плюс еще 6, которые у нас там еще дополнительно стоят. Так вот, что такое эта компания? И сделать это на самом деле очень просто. Если у вас сразу нет 100 евро или с жабой не можете договориться, начните хотя бы откладывать или экономить по 300 рублей в день. И через месяц у вас скопится сумма 100 евро, это 9 тысяч рублей. Это все, что нужно, чтобы стартовать в компании, меняющей жизнь людей. Итак, на сегодняшний день у нас есть акция на Titan Pro. Если кто-то хочет зайти мощно в бизнес, если кто-то заинтересован именно в бизнесе, у вас есть возможность сегодня зайти на пакет Titan Pro. Сначала лишь за 100 евро зайти на белый пакет, я буду округлять. Плюс делайте апгрейд на 749. Это получается 849 евро. За 849 евро вы заходите на Titan Pro, который стоит 4000 евро. Если бы вы брали без акции. Плюс годовая подписка на Mixter.
У вас есть сейчас возможность войти в бизнес мощно и всего лишь за 849 евро получить 3500 долей компании на сумму 7000 евро и попасть сразу на самый большой пакет и больше не беспокоиться о том, что вам нужно перейти из пакета в пакет, чтобы получить более лучшие условия по бонусам, получить карту, которая стоит почти 200 евро бесплатно. Карту с безлимитным выводом денег. На Titan Pro вы еще получите плюс 8% каждую неделю к Streamline бонусу. И Titan Pro дает вам возможность выхода на техническую службу поддержки в случае каких-то вопросов у партнеров вашей команды, либо у вас лично. И таким образом вы выходите на все максимальные бонусы компании, и вам остается все, о чем дальше думать, это только о том, как работать по партнерскому маркетингу. У вас будет сразу 3500 долей, которые по выходу на фондовый рынок увеличится в 50, 200, 500, даже 1000 раз. Совершенно иная сумма на выходе. Это даже на пассиве очень хороший вход в бизнес, не говоря уже об активе. Итак, что хочу вам сказать, что у нас очень мощная команда. Имея в руках такой бизнес, который просто дает вам возможность создать капитал с нуля. Либо, может быть, у вас уже есть, то приплюсовать к своему капиталу еще дополнительно. Это, конечно, очень всех сильно радует. Я вам рекомендую оценить наше предложение и понимать, что это очень серьезное предложение. У нас очень серьезные партнеры. Такие компании, как Adidas, Reebok, Formula 1, Levi's, тот же Valentin с алмазами, они не будут сотрудничать. Или Mixer, это австралийская компания. Эти компании не будут сотрудничать с какой-то несерьезной платформой, с какой-то несерьезной историей. Поймите, это очень серьезное предложение, которого до сегодняшнего дня не было на рынке. И мы уже доказали это и работой, и всем, что у нас здесь происходит. Поэтому, ни на секундочку, я специально вам сегодня об этом всем рассказываю, чтобы вы ни на секундочку не сомневались, а смело пришли к нам в бизнес. Вы просто не прогадаете, даже на пассиве, зайдя сюда. Если вам некогда, или вы чего-то там не умеете, не знаете, как делать, просто отправляйте заявку на участие в социальном маркетинге, ссылка под видео. Заходите на 99 евро на бизнес-пакет и получайте 150 долей компании. До 31 марта 2021 года действуют акции. И если вы заходите сейчас, они превратятся в акции. Акции сильно вырастут в цене. Даже пассив дает очень хорошее настроение. Уже не говоря о том, что у вас есть перспективы благодаря социальному маркетингу, когда постепенно под вами будут проходить регистрации, будет закрываться бинар, со временем закроется бизнес-уровень от созданного товарооборота и появится еще один пассивный источник дохода. В итоге сможете помочь благотворительному проекту «Социальная ипотека», где для семей, взявших на воспитание детей из детского дома, мы строим и покупаем дома. Заходите. Можете потом пригласить своих знакомых, родственников, всех своих друзей. В итоге, когда ты понимаешь, то, во-первых, ты помог людям. Даже те, кто начинает сомневаться и говорить, что нам быстро нужны какие-то деньги, они не понимают, что на перспективу это будет гораздо более высокие суммы. Я просто этим людям не разрешаю терять вот эту возможность. До последнего буду их держать в намерении идти до конца и дождаться, когда компания по плану по дорожной карте в 2023 году планирует выйти на фондовый рынок. И вся предрасположенность для этого уже есть. Поэтому, друзья, принимайте решение. Я думаю, вы примете лучшее решение, какое только может быть у вас. Итак, всех приветствую у нас в команде 7happyfamily.com. Смотрите, заработанные суммы мы выводим очень просто. Мы суммы выводим двумя способами. В Европе есть три способа. Первый способ – это подарочные коды, ваучеры. Когда у вас на платформе появится сумма 99 евро и 990 баллов, баллы мы делим на 10, вы можете создать так называемый подарочный код. И когда новый партнер заходит к вам на площадку, он вам отдает 99 евро, а вы ему отдаете этот ваучер. Так вот, первый способ – это гиф-коды, когда мы делаем друг другу подарки, помогаем друг другу обменять ваши деньги на платформе. Второй способ – это через биткоин-кошелек. Но это долгий способ, потому что у нас поставлена так называемая безопасность, защита. Что такое безопасность? Это вашу транзакцию, которую вы выставили на вывод денег через биткоин, поставили на 2 недели на то, чтобы проверить эту транзакцию, чтобы не было никаких подключений других людей, которые могут злоупотреблять, да вывести, забрать у вас эту сумму. Поэтому 2 недели стоит на безопасности, а на 3-ю неделю вам эти деньги приходят на кошелек. В Европе есть еще способ вывода денег на банковский счет. Это тоже не быстрый способ. Нужно сначала поработать в течение месяца, там уже возможно выводить, начиная со 100 евро. Друзья, спасибо, что вы в этот день были с нами. Спасибо, что вы нашли возможность послушать нашу информацию, которая кардинально может изменить вашу жизнь. Таким образом, вы просто даже себе не представляете, какое волшебство, какая компания пришла к нам.
Это реальная система, очень строго выверенный маркетинг-план, основанный на всех последних достижениях в области мульти-левел маркетинга и в области новых IT-технологий. Здесь очень серьезная система защиты безопасности по выплатам. Все очень строго подсчитывается. Платформа функционирует как часы. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, вникайте, у вас все получится. Всего лишь два человека, каждый по два, и вы можете выйти на невероятные суммы. Все, друзья, всем отличного настроения. Желаю всем принять правильное решение. И долго не думайте, это отнимает много энергии. Желаю действовать открыто, смело пользоваться нашей уверенностью. Мы все проверили, все работает, деньги идут, деньги выводятся. Все решаемые, друзья. Приходите, и мы вас поддержим. Всего хорошего. Обратитесь к человеку, кто вас пригласил, или заполните заявку на участие в социальном маркетинге 7 Happy Family Com. Кстати, доли и промоушен заканчиваются 31 марта 2021 года. Но я вам сразу рекомендую реагировать на него, потому что партнер, который сегодня зайдет, он может по этой акции пригласить еще своих партнеров. И на эту акцию гораздо проще приглашать партнеров. Поэтому не думайте только о себе, что до 31 марта я успею. Но вы не успеете пригласить своих друзей, знакомых и дать им эту возможность. Друзья, вам всем успехов. Думайте на перспективу. Не думайте только о себе. Думайте о других людях, которым вы тоже можете помочь. Добрый день, уважаемые мои партнеры, я вас очень хочу познакомить, я вот сама познакомилась уже вживую с Оксаной Смирновой. Хочу вам сказать, что это человек, который добился больших успехов, и она сейчас поделится вкратце, в каком статусе она сейчас. Я сейчас президент две звезды, совсем немного осталось до трех, работаем. Друзья, но все, что вас здесь ждет, Crowd One, это невероятный успех. Какие у нас будут перемены, мы сегодня услышали. Мы не будем говорить вам про все, но я скажу, что все, кто здесь, уже очень-очень богатые люди. Благодарю. Благодарю, Оксаночка. Спасибо большое. Ура, амбассадорам!